Да? Да. Пошла. Я вас приветствую. Значит, наша стройка — вид с птичьего полета практически. Вид сверху, решили вам показать, что у нас здесь находится рядом и как. То есть вы видите, это та самая стройка. Никто вас не обманет, это действительно она наша. Все очень миниатюрно, красиво выглядит. И вы можете видеть, за мной находится Днепр. Вот, пожалуйста, Днепр сзади, то есть все близко. Тот самый дом, который я снимал, за ним тоже Днепр. И видно, как гуляет здесь площадь, как вот здесь кто гуляет. Здесь тоже можно было бы использовать это место. Если у вас какие-то есть идеи, пожалуйста, предлагайте. Вот можно здесь газончики сделать. Лестницу здесь несложно сюда сделать, выход. Ну, поскольку уже имеется нормальный подъем на второй этаж. И, возможно, это газончики были бы, деревья, продать какое-то благоустройство, цветочки. То есть то, чтобы не придавало большого веса этой конструкции. Это может быть что угодно. Может быть, здесь какие-то танцы проводить, йогу здесь проводить. Все возможно устроить. И вот, собственно говоря, вид сверху того, что мы делаем. Уже второй этаж, подбираемся все выше и выше. Скоро будет перекрытие. Да, да. В понедельник привозим новый материал. Спасибо. Ставим лайк, подписываемся на канал.